Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и сегодня мы начнем прохождение кампании Titanfall 2. Да, и если вам понравится прохождение кампании, то есть вы прямо сейчас подпишетесь и прямо сейчас поставите лайки, вот, то, соответственно, я покажу вам и сетевую игру, она очень бесподобная. Так, ну что, кампания, новая игра, поехали. О, что-то со звуком воды. О, война. Война никогда не меняется, хочешь сказать. Ух, ребята, со звуком какая-то беда здесь. Просто беда. Вот пилот прилетел. Из всего, что я видел в битвах Фронтира, так. Пилот — это высший хищник. Пилот — это высший хищник, друзья. Вот, все наладилось. Быстрый и ловкий. Полный грации и разрушающей силы. Да, я такой. Проницательный, находчивый и неумолимый. Неумолимый. Пилот видит мир иначе. Отвесные стены становятся доступными путями. Пилот сражается иначе. Владея обманными маневрами, он способен переломить ход даже самой неравной битвы. Но что действительно отличает пилота от пехоты и техники на поле боя, это связь между ним и Титаном. А, так вот оно что, Михалыч, Титан! Да, игра захватывает, особенно своими мехами. Связки с Титаном его могут остановить только превосходящие силы, либо равные ему. Смотрите, рожь собирает. Фронтир — это мой дом, единственный, который я знаю. Годами АМС разоряла и опустошала наши земли, загрязняла и уничтожала наши планеты, убивая нас за попытки сопротивления. Несмотря на недавние победы на Диметрии и за ее пределами, до победы над АМС нам еще далеко. Угу. Я стрелок ополчения, сражаюсь за свободу Фронтира. Впереди долгий путь, прежде чем я стану пилотом. Но когда этот день настанет, я надеюсь быть достойным. Да! Да, друзья. Да, ну это загрузочка пошла. Вот, ну что ж, впервые появилась компания, да, в Titanfall. Вот, она довольно занятная. Ну, а главное то, что они при этом толком и расстановкой. И поэтому, я думаю, нас ждет с вами интересное, увлекательное приключение о становлении штурмовика в пилоты. Ну и, соответственно, 9-й флот ополчения летит на штурм планеты Тифон, контролируемой силами АМС. На ней нет мирного населения, мне известно только то, что там находится военно-исследовательский центр АМС, АМС. Я на борту корабля Джеймс Маккаллан, пока есть время, учусь пилотировать Титан. Не знаю, с чего он решил взять меня под крыло, но грех упускать такую возможность. Что ж, поехали. Полоса препятствий для пилота. На борту МСС Джейсона Маклара приближается к планете территория. Ну, короче, приближаемся. Похоже, к планете. Установки сброшены. Тифон. Придется калибровать заново. Так. Сейчас нас немножко подучат. Посмотрите на огни раз, на огни два. Ну как тебе, Купер? Да, все. Мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил то с прошлого раза. То есть они спросили так или инвентировать? Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Так. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Он есть, мы готовы. О, намного лучше. О. Твое обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Так, по стенам он еще не бегает. Так что делать-то? Капитан! Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль.
Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Эть, я думал, он перепрыгнет. Но нет, ладно, побежали дальше. Графика очень клевая. Оптимизация вообще на высоте. 80 FPS. Класс. Я там вырос. Здорово. Вот за что мы сражаемся, Купер. Ага, телепортируется, блин. Так, чё? Давай удостоверимся, что прыжковый модуль настроен. Попробуй пробежать по стене. Готовчик. Сюда, осторожно. Пробежал. Ну я просто уже играл в Titanfall, я знаю, я в мультиплеер играл. Двойной прыжок без проблем. Это обучение, ребят. Обучение. Так. Окей. Что тут? В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, так, что найдешь на поле. Что я хочу взять? Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Так, ДМР-ка. Подожди. Р-201. А есть... Так, это тоже Р-201, да? Так, это пулемет, да? Так, это Спитфайр, по-моему, дробаш. Ладно, давайте Р-201 возьмем. Погнали. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Какая это что за пушка? Да, а, ну. Хорошо, есть. Потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Окей, возвращаемся. Что дальше? Ладно, у меня для тебя новое испытание. Норматив 2 минуты. Норматив 2 минуты. Старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. Погнали. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. То и другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Так. Ладно, бежим. Помни, по стене ты бежишь быстрее, чем по земле. Попробуй. Эй! Так, ну мы нормально бежим, кстати. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Да. Поздравляю с новым рекордом. У всех спасибо. Есть сильные и слабые стороны. Так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Что ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Да, нет. Нет, не хочу. Голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Можешь проходить полосу препятствий сколько захочешь. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. Куда подойти-то? С полосой препятствий все? Да, хватит. Мы прошли. Так. Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится. Хорошо. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота. Давай, с титанчиком, давай, познакомь меня. Давай, я готов. Наконец-то я готов. Наконец-то я готов. Так, держать. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Классный шлем у него, да? Воу! Это мой напарник Бити. Он титан класса Авангард. Собственная технология ополчения. Наш собственный корпус титана. Нельзя, да, спрыгивать? На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, стрелок, вызывай своего первого титана. Ну? Посмотри в небо. Вон он. Вон он летит, летит, ребята, смотрите. Вот он падает. Бум-бум. Ой, все заглючило. Ну, это у них. Стрелок.
Док, тут скоро будет очень жарко. Недостаточно энергии. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться. Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Так. Сейчас будет готов, не сомневайся. Нас, представляете, должны были дать Титана, но нас вытащили. Это не учебная тревога, друзья. Они нас убивают. Ну, пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота-стрелок. Я надеюсь. Сегодня. Нет времени. Ластимоза! Андерсон. Сын, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Хорошо. А я пехотинец, тот, который увидимся, в Купер. Онлайне бегают так. Удачи. Чисто и умирают. Просто бегают и умирают. Купер, живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. Есть. Что за ствол туда ли? Так, нормально. Нормальный режим поставим. Операция Палаш 9. Палаш. 9-й флот ополчения. Пункт назначения планета Тифон. Задание. Пехотная поддержка РСП во время выполнения секретного задания. Оккупированное АМС пространство Фронтира. Что ж, сейчас мы будем осаждать, так понимаю, планету, которая принадлежит АМС. Что из этого выйдет, мы, конечно же, сейчас увидим. Наказывать супостатов, друзья. Супостатиков. Супостюшек. Говнолюдей, короче. Говнолюдишек, которые захватили планету и хотят смерти. Смерти всему живому. Так, ну что? Ребят, на самом деле я играл... Но играл я не на ПК. Играл на Xbox One. Вот, мне игра очень нравилась. Ну, по понятным причинам на джойстике играть было крайне тяжело. Вот, кстати, получалось. И, соответственно, я в Титан флёл с выходом, просто почему-то руки не дошли вам его показать. Вот, ну и также самому особо не играл в него. Немножечко сейчас недавно начал играть в мультиплеер. Очень интересно, очень прикольно. И, соответственно, если захотите, потом покажу. Кстати, в комментариях напишите, хотим мультиплеер, кто хочет. Respawn Entertainment представляет. Titanfall 2. Titanfall 2. А вот эта полоска, это видите, Титан спускается. Десант. А нет, это корабль падает. Вошли в атмосферу. О, красота-то какая, лепота. Чу-чу. Это мы? Вот так мы выглядим, да, с бородкой. Такий ужас в глазах был. О. Да, это мы. Пассажир, стрелок ополчения Джек Купер. Личный номер 21-31. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов самсофентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Давай, открывай дверь! Так, красные — это враги. О! Блин, ребят, выглядит круто. Так, доберитесь, выберитесь несколько машин. Да. Как неудобно без прыжкового модуля. А! Граната! Так. Так, 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 ребята, блин, тут что-то происходит. Говорит капитан Лустимоза, я засек ваши координаты. Иду к вам. Давай, давай. Пилот, пилот идет к нам. Кларк, Кларк! Скотт! Да. О, прости!
Ты охренел, что ли, на меня приземляться? Так это не наш Титан. Оу! Тебе здорово досталось, Купер. Держись. Давай, давай, встаю, встаю. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Власти мозга, на подходе вражеские титаны. Высшие личности. Принято, Пяти. Пяти. Пойдем. Титаны, кстати, начали Купер, общаться здесь. Пяти, пойдем. Куда он меня закинул? Под обломки, что ли? О, хорошо он его... Спина, спина! О, нет! Титана приняли. О, нашего Титана опустили, скажем так. Так. Чу-чу-чу. Не шевелимся. Ухо отрезал. У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Рихтер! Платят за уборку дел! Рихтер! Да, Рихтер поотрезал по ушки-то! Да, игра, конечно, выглядит очень даже солидно, при условии, что оптимизация в игре прекрасная, ну вот. О-о-о. Какая-то хрень. Встать, встать, встать. Очнись. О-о-о. О-о-о, куда он меня тащит? Есть пистолет, есть пистолет, пистолет. О, какие красивые зверюги. Чёрт это. Вот титан. Бум. Смотрите, Пяти что наделал. О, там по кровавой реке уплыл. Фух. Пяти, ты как? Или Бити, как там тебя правильно? Здорово. О, а, ты с пилотом. Ну? Бити. Бити. Передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, танго. 7-2-7. Ты чё? Я не готов. Купер. Да. Возьми мой титан. Используй мой шлем и прыжковый модуль. Учеба закончилась. О. Позаботься о нем. Ну ладно, ну, блин. Тебе повезло, просто что я в мультиплеер играл, я знаю, как управлять, а так бы, представляешь? Ну, прям Монгол Шуудан похоронил. Так, время собирать камни. О, шлем. Какой красивый, да? Вы бы хотели себе такой шлем? Напишите в комментариях. Я бы хотел, а вы? Классно, да, ребят? Давайте осмотримся. Ох, корабль разрушенный. Найден новый пользователь. Джек Купер. Группа крови. Вторая положительная. Боевая часть. Стрелок третьего класса. Инициализация боевых систем пилота. Личная маскировка. Окей. Спецоружие. Окей. Огнестрельное оружие. Окей. Критический уровень энергии. Поиск источников энергии. Ага, вот там пригоден. Так, зверушки там прыгают. Ну-ка, отвалить. Так. Так, ребята, нас тут прессуют. Патроны кончились. Так, ну давайте возьмем
Вот это. Дробашек. Тут хрень летает какая-то. Я тень видел. Ладно. Ребят, ну что ж. Мы практически стали пилотом. Мало энергии. Недостаточно. Хорошо. Энергии. Хорошо, Бити, я схожу. Вот, мы практически стали пилотом, друзья. Но об этом в следующей серии. Надеюсь, вам понравится. Какой-то дрон прилетел. Вот. Вам понравится, и вы подпишитесь на канал, поставите лайк и будете следить за прохождениями Titanfall. А я побежал дальше записывать для вас новые серии. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Подписка, лайк и комментарий. Жду от каждого.